Як не потреб перетворити на корисні речі? Сьогодні від ми розмовляємо про те, як у 2018 році українців змусять сортувати сміття. У нас у гостях Тетяна Тихомирова, доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології НПУ ХПІ. Вітаю вас. День. Отже, Україну зобов'язала по суті сортувати все сміття з 2018 року згідно закону про відходи. Можете розповісти, як це позначиться на повседневному житті украинцев и харків'ян, грома Введенная норма изначально призвана уменьшить количество мусора, которое не подлежит переработке на наших полигонах. На поресечном громадянстве, как мы это привыкли называть, да, на сегодняшний момент никак не отразилось, потому что ни в одном дворе до сих пор не установлен ни один бак для отдельного сбора сырья. То есть как стоял бак для общего сбора сырья и сетка для бутылок, так она и стоит на сегодняшний момент. Но а, норма закона есть, ее надо выполнять, поэтому а, сознательные граждане а, постепенно приходят к мысли, что а, вместе сбора мусора у себя дома следует устанавливать какие-то раздельные емкости для раздельного сбора мусора. А, возникает вопрос, где поставить пять ведер для пяти категорий мусора. Допустим, каждая семья может сделать вывод о том, что металлические предметы они мало выбрасывают Для этого вида мусора мы не будем ставить отдельную секцию да, Мы можем это вынести сразу в бак-накопитель Но, тем не менее, общепринятая практика, что хотя бы трехсекционные либо три ведра да, Органические отходы, пластик и бумага – это те виды мусора, которые у нас накапливаются постоянно Должны присутствовать, соответственно, емкости дома Трехсекционное ведро купить в Харькове невозможно на сегодняшний момент. Установить три ведра под раковины, там, где обычные люди собирают мусор в обычном многоквартирном доме, многоэтажном, тоже, к сожалению, сложно. Поэтому возникает вопрос, а как, собственно, человек должен сортировать мусор? Это первый этап. Второй этап ⁇ отсутствие... Ответа пока на это нет. Ответа на вопрос нету. в каком плане. Нет ни целевой программы, допустим, для пенсионеров да, по закупке трехсекционных емкостей. Нет ответа на вопрос, а какого цвета должны быть мешки, как во всем мире, в которые мы будем складывать органические отходы, пластиковые отходы и, допустим, бумагу да, дома. И еще там коробочку для стеклянных отходов поставим. А поскольку до сих пор не, визу, не визуализированы баки для сбора сырья, в... которые будут стоять на улице, соответственно, сложно подобрать цвет пакета. Ну, в общем, не эта практика, если пластик, это голубой бак стоит для него, то, соответственно, в голубые пакеты складывается мусор дома. А нету визуализации от муниципальных властей, соответственно, люди не могут понять, какие пакеты им купить. А дальше, собственно, нет цветового ассортимента мусорных пакетов. А в магазинах в основном представлены черные, голубые, ну иногда зеленые. А нету, на сегодняшний момент отсутствует поддержка социальных незащищенных слоев населения в этом вопросе. То есть мы пытаемся их обязать сортировать в мусор, не давая ничего взамен, не показав, что мы можем предоставить пакеты. Мы можем предоставить вам ведра, мы можем придумать какой-то механизм взаимодействия с соседями, например. То есть стеклянные отходы, да, немного в семьях накапливаться. Культура потребления продуктов питания в стеклянной упаковке, к сожалению, падает с каждым годом у нас. Есть узкий сегмент напитков да, в стеклянной посуде, который и так сдается. Остальные, допустим, возможно, дома не надо ставить каждому накопитель для стеклянной тары. Возможно, стоит поставить соседями один на лестничной клетке. Да? Но это должны быть в адеквате соседи. Они должны понимать, зачем это делается. Не должно быть споров и склоков. Все зависит от человека. Ну, от взагалі люди розуміють це, вони розуміють, для чого це потрібно, ну, за вашим досвідом, за спілкуванням з вашими знайомими, сусідами і так далі. Так, е, да, у нас в кафедрі навіть проводили ціле слідування на цю тему. Люди розуміють, що мусор треба сортувати, люди не розуміють е, механізми реалізації цього процесу. Тобто вони не розуміють, буде ли приїжджати за кожним видом мусора своя машина. Або буде, як е, ми спілкувалися з... человеком в возрасте 50 лет из Венгрии, он сказал, что когда это внедрилось в Венгрии, люди сортировали, а потом приезжала машина и собирала все в одну машину. Э, вот, и это ну, байка, не байка, история. Она гуляет по интернету, и люди сомневаются, что а смогут ли наши власти на сегодняшний момент обеспечить забор мусора отсортированного на соответствующей линии. Проблема, різні різні, э, да, должны быть различные машины, которые будут приезжать для, воду для каждого бак. вида. Если будет стоять бак-накопитель для стекла, его должна вывезти машина. Возможно, не каждый день, а раз в неделю. А для макулатуры должна быть своя машина и так далее. Люди понимают, что сортировать мусор выгодно, э, если видят результат какой-то. Есть локальные проекты в Пайковской области, когда люди... Например, либо теней в валках. Там люди собирали в течение года мусор раздельно, сдавали на переработку, в итоге получили э, новые лавочки и детские площадки. И таким образом был стимул. Э, люди видели. И сейчас на уровне ОСМД э, начинаются вот какие-то подвижки, когда люди начинают понимать, что это, это мусор это не мусор, мусор это деньги. Но опять же, эм, очень плохо развитый город большой, людей много, очень плохо с логистикой. Цены на топливо, э, как говорят перевозчики, убивают всю выгоду от мусора то есть нужна поддержка вот в логистике как вывозить мусор да может быть система какая-то одна единственное когда кто-то сообщает о том что вот этот бак накопил ну накопил себе достаточно отходов туда можно ехать а этот бак еще там две недели может постоять свободно то есть норма закона должна как бы трактоваться гибкой должна быть муниципальная программа для того чтобы Люди видели эффект, люди готовы, готовы дети сортировать. То есть просто зубовязать этого мало. <свят> ну, к сожалению, метод кнута и пряника работает только в части пряника. В части кнута э, в ситуации, когда э, ну, мы не можем сейчас обеспечить э, контроль, а кто собственно сортирует мусор, а кто не сортирует мусор, правильно? Мы не можем обязать людей сортировать мусор, пока мы не поставим накопительные баки различные э, во дворах. Мы не можем заставить. А потребен сор... такой контроль, как Вы думаете? Ну такой контроль сначала должен быть не в плане, мы вас сейчас оштрафуем, а в плане вы сделали нехорошо а ваши соседи сделали хорошо. Вот ваши соседи отсортировали мусор и пошли То есть еще называли это раньше профилактическое да, беседа? Да. Скажем так, профилактическая беседа о том, что ай яй я и так делать. А, насколько это будет эффективно за месяц и за два месяца такие программы не, ре... не реализуются, к сожалению несколько лет надо для того, чтобы поменять мировоззрение людей, чтобы люди увидели эффект. И, возможно, действительно, надо начинать с детей, из каких-то поощрений. То есть и проект с магнитиками, какие магнитик выду. есть на улице серпово 4, да, стоит бак, в который, ну, объект, да, в который можно выбросить несколько а, пластиковых бутылок и получить магнитик со изображения города Харькова. А, также как проект в течение пяти лет действует <класс> акция "Сдай батарейку, спаси ежика". Это всеукраинская акция, да. Мы все знаем, что батарейки, попадающие на полигон, отравляют воду, землю и так далее. Да? И э, на руках энтузиастов, на руках экологов существует акция, когда э, объяснение да, э, соседям, детям, а школе. Вообще энергосберегающие лампочки. Энергосберегающие так. лампочки, да, которые содержат ртуть, ну, как бы вредный металл, тоже э, накапливаются отдельно. И, опять же, на плечах энтузиазмов перевозятся в пункты накопления временной, не завода по переработке э, Батареек в Украине не существует на сегодняшний момент. Поэтому они просто свозятся, они не попадают на полигон, а свозятся куда-то. Но ну, кто-то же платит за транспорт. Да? А, но тем не менее, в течение пяти лет, если раньше присоединялось там, один дом на микрорайоне, то сейчас это уже можно во многих подъездах найти м, емкости, где люди выбрасывают батарейки. В каждой Практически в каждой школе, вот, куда мы попадаем со своими просветительскими лекциями про мусор, в каждой школе есть, действительно стоит коробка, куда дети из дома приносят батарейку. Школа потом там в течение года отвозит и отчитывается про это. То есть контроль нужен, но контроль не в плане... Мы вас сейчас накажем. Потому что ну, у нас нет камер с вами. У нас один дворник, который не успевает обойти всю территорию за время. У нас многоквартирные дома. У нас до сих пор существует общежитие, да, где люди вообще, в принципе, следят друг за дружкой, но, естественно, не будут следить, кто там какой мусор как выбрасывает. Поэтому контроль в плане должен должно быть какая-то, может быть, как это раньше назвалось, просветительская деятельность. Да? То есть человек сам себя контролировал. При этом, если он видит эффект, что действительно вот стало лучше, если мы издаем отсортированный мусор, то, возможно, человек придет и сам к такому мнению, что надо сортировать мусор. Работа лишь громадских активистов тут замало, мало, потребно все ж таки что-то централизованно на глушь. Ну работа громадских общественных деятелей, ну, к сожалению, вот насколько мне известно, только на, вот наша кафедра, только мы ходим приходим в школы и среди молодежи проводим, рассказываем, что вот весь мусор, который вы собрали дома, можно переработать. А вот здесь через школьников 200 школ в городе Хайкове обойти все, к сожалению, невозможно публикации в СМИ носят несистемный характер. Возможно, информационная компания должна ну, дойти до каждого пенсионера, то есть там до каждой, до каждой семьи, положить в почтовый ящик какую-то информацию, да, расклеить объявления по городу, поставить эти баки и показать, что, да, люди, смотрите, вот они баки для разного сбора сырья и так далее. То есть общественные организации, к сожалению, не могут охватить всех слоев населения. И, к сожалению, не могут достучаться до всех. Очень сложно работать с частным сектором, где люди... В принципе, там большая проблема с вывозом мусора. И сами люди, даже те, кто живут, скажем так, в возрасте молодежи в частном секторе, они говорят, это а я же должен знать расписание машины и выставить свою категорию мусора в своем цвете пакета каждый день отдельную. Мы понимаем эту практику, но мы сомневаемся, что она будет реализована в городе. Соответственно, есть тот частный сектор, куда мусор, мусоровозы не дождет в принципе, и, соответственно, мусор там не сортируется, выбрасывается в ближайший овраг, и называется это не полигон, а свалка. Поэтому... Э, которая разрастается, разрастается, и которая, разрастается и которая существует замечательный способ ликвидации свалки, когда она засыпается свежей землей, на ней сажаются деревья, а свалка по сути по бумаге она ликвидирована, да. а по сути под слоем двухметровым слоем земли находится выброшенный мусор. Ну, красиво отчитали, свалку ликвидировали. Люди отступают 2 метра и начинают создавать новую свалку. А, пока мы сами, то есть если м м информационная компания с этими же батарейками, она носила достаточно такой массовый характер, и были по всему городу расклеены афиши, эти маленькие, этот несчастный ежик обнимал батарейку, да, сдай батарейку и спаси ежика, то, возможно, а, а, визуализация проблемы мусора, да, то есть те же билборды, та же реклама в метро, те же ролики, они а, позволят охватить все слои населения. В супермаркетах реклама, на тех же пакетах напечатана реклама, да, вот про пакет была замечательная акция в, в, в городе Харькове, точно так же можно на каждом пакете напечатать «меня надо выбрасывать там, в синий бак». Ну, это не безумные деньги для производителя, но при поддержке муниципальных властей это, в общем-то, достаточно легко реализуемая программа. А приблизно сколько она может стоить по вашему ну, Я не могу вам сказать сейчас точно, сколько может стоить информационная программа. Або мы знаем, купить... на той же зоопарк про миллиарды там гривен идти, а а, тут... Смотрите, если мы с вами... А, информационная а, программа... Есть билборды, принадлежащие городу, да, размещение на них рекламы стоит там 800 тысяч гривен. А, это не безумные деньги. Реклама в метро, как у коммунального предприятия, да, от города может идти на бесплатной основе, но она должна идти не от активистов, не от компаний, а от города, от муниципальных властей. Тогда эта рекламная кампания будет стоить намного меньше, чем строительство нового зоопарка. Да? Опять же, в зоопарке были первые, первые в Харькове были установлены баки для раздельного сбора сырья. Можно показать, сколько они заработали на этом. То есть, эта информация сейчас закрыта, невозможно найти, сколько они... Ну, вероятно, в отчетах финансовых она должна быть у зоопарка. Они действительно собирали отдельно, посетители выбрасывали стекло, бумагу металл, соответственно, они сдавали это в отдельные места и, соответственно, получали какую-то прибыль. Ну, можно показать, что за эти деньги был куплен, допустим, белый мишка, да? И люди, если это прозвучит, да, какая-то цифра, какая то реально ощутимый эффект, то, возможно, люди будут относиться лояльнее к этому. Потому что, когда, опять же, повторюсь, может быть, появилась информация, что нас, нас обяжут сортировать мусор, ну, слово «обяжут» мозг начинает отсекать, начинается какое-то действие на зло вопреки «не буду», «не хочу», І вообще нічого механізму я ніхто не поймает, да? Я буду носити вечора мусор ночью, там ночью в темне суток, даже якщо будет сядь камеру, ніхто меня не заметит. Ну, це не, не выход з ситуації. Стосовно переробки сміття, про що кажуть такі цифри звіту Міністерства регіонального розвитку за 2000 років. 2016 рік, ну, за 2017 ще не маємо, 5,8% побутових відходів, лише 5,8% всіх побутових відходів вивозять на переробку. Перероблено, точніше, утилізовано. І лише з них 2,7%. 2,7% спалено, а 3% побутових відходів потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини. І, ці цифри, і Завод. Эти цифры говорят о том, что 93% нашего с вами мусора попало на полигон. На единственной Харьковской области действующий полигон Дергачах, который уже исчерпал свой срок. Ну, возможно, не 93% попало на этот полигон, возможно, процентов 20% осело на свалках, несанкционированных, в лесу, во врагах, и так далее. Эти цифры говорят о том, что, во-первых, мы очень мало сжигаем мусора, да, то есть 2%, там, ну, 3% разные сведения. В Украине работает единственный мусоросжигающий завод, это завод энергии в Киевской области. Тариф на сжигание мусора в два раза больше, чем тариф на вывоз мусора на полигон. Скажите мне, пожалуйста, какая ну, здравомыслящая компания будет сжигать мусор, если дешевле его отвести на полигон? И это не запрещено законом, да? Из тех 3%, которые переработаны скорее всего, 2,8% это PET-бутылка. Это наша любимая прозрачная бутылочка, которую мы в Харькове э, уже давно сортируем, собираем в сеточки. Все остальное, к сожалению, для того, чтобы переработать, оно должно быть отсортировано. И э, другой технологии, когда будут за нас это делать роботы, не существует ни в каком мире. Либо это делаем мы с вами в квартире, либо этим занимаются специально нанятые люди на линии сортировки мусора. Да, существуют различные, там, израильская технология, требующая очень много воды, например, да, они разделяют мусор, не с помощью воды. Тяжелого факта. Падает вниз, органические отходы плавают э, ну, посредине воды, и легкий пластик плавает на поверхности воды. Такая технология требует воду, и, ну и требует, капитала вложений Но не требует людей. Действительно, можно сортировать без людей. Ну, как-то даже американцы на самой известной своей свалке пуэнто э, нанимают работников, которые сортируют несортированный мусор вручную. Поэтому... Э, мощности и в Харьковской области, и в Украине есть для переработки мусора. Нету сырья, так скажем. Да? Той же макулатуры, заводы, которые произ... перерабатывают бумагу, производят бумагу, они вынуждены покупать макулатуру за рубежом, не имея э, здесь пунктов сортировки. Ведь <coughs> нам только кажется, что мы... Э, э, ну, у нас есть пункты сбора макулатуры, но ведь туда попадает очень маленькая категория крупногабаритного картона, э, который туда приносят люди, ну, социально незащищенные слои. Да, мы с вами Упаковку из-под чая, тетрадку исписанную мы же не понесем в пункт сбора сырья, правильно? Мы ее выбросим ну, вместе с обычным мусором. А из вот этих вот мелочей складывается объем макулатуры, который попадает. 20% из всего нашего мусора – это макулатура. Еще 20% – это органические отходы. Еще 20% – это пластик. Соответственно, из 97% мы бы могли переработать, ну, процентов 40, да? Все остальное тогда уже на полигон сжигать. А мы с вами ничего не, ну, не можем переработать, потому что не решена проблема сортировки. Нету сырья, есть установка по переработке тетрапака, да? Возможно, в Украине нет культуры потребления массовой в тетрапаках, да? Ну, сок, молоко иногда, да? Больше практически ничего у нас не выпускается и не продается. Но, например, в столовых школах продают маленькие 200-граммовые соки и молоко. Первокласскам раздается в тетрапаке. Почему бы не поставить накопитель на территории школы для тетрапака, если установка в Харьковской области уже существует? Почему бы не поставить в конце многоподъездного дома один накопитель для тетрапака, который, естественно, он будет наполняться больше всего в праздники, когда покупаются соки, ну и в периоды, когда там какая-то часть населения покупает молоко в тетрапаке, да, он не будет заполняться постоянно, он не будет, его не надо вывозить каждую неделю. Но раз в месяц он стабильно, люди приучатся к мысли, что туда надо относить тетрапак, и потихонечку заработает, и установка у него будет сырья. А то так, получается, люди вложили деньги, установку купили, добывать можно ценный алюминий, металл из тетрапака, а установка не работает, потому что нету сырья. То есть ну, гибкость какая-то должна быть вот, в реализации закона, в реализации подхода. Что Здесь... в наших умовах, на вашу думку, гирше? Это разрастающийся полигон побутовых отходов или сметтеспаливальный завод? Если бы мы смогли с вами. И э, ты это под... а, принципе. Плохо все. К экологам, всегда, экологам всегда все плохо, да, как бы. Но а, я сейчас говорю не с позиции, может быть, не столько эколога, а сколько с, с ну, тех, технического да, работника а, мусоросжигательный завод, построенный по технологии японской или американской, когда это плазменная газификация, то есть, когда сжигается при 1200 градусах, нету ничего. Ничего не улетает, ничего не остается. Остается зала Из 30 тонн мусора 6 тонн золы пожалуйста, мы можем купить, постро... это очень дорогие технологии. Такой завод однозначно был бы лучше, чем все остальное. И тогда можно не сортировать мусор на пять категорий, как сейчас нас призывают, а там совершенно другой идет способ сортировки мусора. Единственное, что выбирается, это действительно выбирается из общего мусора, это твердая крупногабаритная бытовая техника. Вот она не сжигается в Японии. Все остальное, практически все остальное у них сжигается. У них четыре категории мусора, совершенно не такие, как у нас. Полигон, Построенный по последнему слову техники, с гидроизоляцией земли, с хорошей дренажной системой, с установкой для, для получения биогаза, это, в общем-то, тоже неплохо. Но такие полигоны стоят от 100 тысяч долларов и дальше. Построить такой полигон, к сожалению, да, ну, мы не можем себе позволить. Поэтому ответить, что плохо, ну, в краткосрочной перспективе, наверное, можно сказать, что плохо мусоросжигающий завод. В долгосрочной перспективе плохо полигон. И то, и то плохо. Если мы сами не научимся уменьшать количество мусора. То выход, выхода нет из этой ситуации. Если мы меньше будем мусорить, меньше производить мусор. А пункта кирпич сметела уже роста а, На сегодняшний момент, да, к сожалению, и с, растет доля пластика во всем мире, и в, в частности, Украина не, а, скажем так, не исключение. Растет доля пластиковых отходов, а, так называемого одноразового использования. Это наши с вами любимые шуршики да, пакетики, которые нам выдают на кассе. А, нас даже не спрашивают: он как бы бесплатный. Если Италия и Франция запретили выдачу бесплатных пакетов, то мы стимулируем. У нас оказывается директор магазина ругает кассира, если он не запаковал вам сыр уже запакованный в пленку еще в один пакетик, да? А получается, что кто-то стимулирует и лоббирует использование этих бесконечного количества этих пакетиков условно бесплатных. То же самое выдача на кассе, нас постоянно спрашивают, там нужен пакетик, вам нужен пакетик, да. Ну и мы привыкли, что цена этого пакета, ну в общем, не, не бьет по карману смертельного человека, да. Соответственно, мы не берем из дома пакет, мы не используем как сумочку мы каждый раз на кассе, ну там, может быть не каждый раз, но там через раз так точно покупаем пакет. И вот э, вот двойная упаковка, тройная упаковка, когда мы, э, продукты запаковываются, тот же банан, когда вы взвешиваете на кассе, его же можно наклеить. Цену на банан, вы же все равно его почистите, желательно еще и помоете дома, да. Она а его все равно запаковывает в полиэтиленовый пакет, и так далее. И вот э, на сегодняшний момент э, все движения зеленые, да, так называемые, когда это э, снижение потребления, или так называемое осознанное потребление, когда меньше мусора будет, если мы меньше будем э, использовать товаров, упаковок одноразовых или там просто, ну, на самом деле, одноразовых, да. А, оно, к сожалению, большого распространения не получило в Украине, в Харькове, в частности. Хотя за рубежом, в общем-то, такие проекты достаточно ну, существенно на 10-12% снижают количество мусора, которое попадает на свалки. Но мы, к сожалению, на сегодняшний момент мы находимся в той категории стран, в которых каждый год количество мусора растет и растет. І рестургу. Чи було б виходом на наприклад введення запровадження якоїсь плати за сортування сміття у комунальних послугах, щоб ну умовно кажучи, там 2-3 гривні харків'яни доплачували, і когось винаймали на це. А, ну, мировая практика показывает, что выгоднее стимулировать не сортировку дополнительную, а выгоднее стимулировать человека сортировать мусор самому. То есть тариф за несортированный мусор составляет, допустим, 120 евро в Германии, да, а если вы отсортировали мусор, то вы не платите ничего. А, ну, 120 евро для нашей страны, ну даже, скажем так, 120 гривен из семейного бюджета, если отдают за несортированный мусор. И не отдаю ничего, если я мусор сортирую, это достаточно существенный, скажем так, ну, стимул. Но опять же, кто будет доказывать: я сортировал, или сосед отсортировал, или, или сосед с первого этажа не отсортировал, да, то есть момент контроля. Когда мы сейчас повысим тариф, скажем, вот: поскольку мы теперь должны сортировать, то теперь вывоз мусора будет а стоить... А я там за, за кордоном Там, все там за, кордон, за границей две ситуации: либо отвечает домовладелец, и он действительно ходит, скрывает пакет, он смотрит, что ты принес, в своем пакете отслеживает недобросовестных мусоров, скажем так, накопителей, да, и повышает им арендную плату. Либо это частные дома, да, очень много же Европа, Япония, ну, Япония меньше, Европа, Америка, они же живут в маленьких там домах, на одну квартиру, там хаос на четыре квартиры и так далее. Там люди сами за собой следят. То есть прозрачные пакеты, которые выставляются для вывоза, компания, которая занимается сбором этого мусора, следит, и если они видят, что возле этого дома постоянно выбрасывается ну, не, мусор не тот, который написан на пакете, соответственно, поступают сигналы и а, приходит а, больший тариф. То есть, а, и ситуация, конечно, когда нам предлагают установить камеры и следить, а потом передавать эту информацию, ну, скажем так, мы все-таки живем скажем, в большой стране, и на всех камер не напасешься. Поэтому, в принципе, изначально стимул идет. Э, вот, лип, мы сортируем, за тобой понаблюдали, ты ничего не платишь. Не сортируешь, сам пишешь, заполняешь заявление, не буду сортировать. Тебе приходит соответственно квитанция, ну не сортируй. Должен остаться бак, накопитель для несортированного мусора. Ведь, например, детская машинка, которая состоит из пластика, резины, металла и еще непонятно чего сделана в Китае. И очень сложно на нее, посмотри, глядя на нее, посмотреть, а в какой же, собственно, бак ее выбросить. Поэтому должен остаться, ну, скажем так, место, да, поле деятельности. Ну, не хотите сортировать, пожалуйста, сбрасывайте несортированный мусор. А вот на заводе, на линии по переработке, на накопителей, там должны действительно стоять специальные люди, которые будут уже сортировать, получать за это приличную зарплату. Их надо обезопасить. И надо выдать специальную одежду, защитить их от проколов, допустим, да, от порезов от возможности заразиться, от занесения инфекции, и эта работа должна быть в общем достаточно высокооплачиваемой. Способны ли мы сейчас сказать, сколько нужно человек на такие сортировочные? Невозможно, пока мы не накопим информацию, сколько людей у нас вообще начало сортировать мусор, сколько не начало сортировать мусор. Мы не можем сказать, где эти линии должны быть размещены, где люди сколько, где людей эти брать, да, как у них должна быть должность звучать, насколько это престижная работа будет. То есть человеческий фактор, когда... Скажімо, ставят чоловіка, який за тебе ділять какую-то роботу, ну а сім'я ні у тебе відказатися. Якщо ти на мусорі, то ти ласка, і убирай за собою. А що ви скажете стосовно таких думок, що сміттєвий бізнес для місцевих лад так вигідний, тому що коли прописують норми, то вони завищені. І по суті, люди стільки сміття не викидають, скільки прописують у тих. нормах Ну, насколько мне известно в норме на конкретно Харьковской области приписано 10 килограмм мусора из проживающего и за это берется тариф там 10 или 20 гривен сейчас да на самом деле мы с вами за месяц накапливаем примерно 30 килограмм мусора то есть эта норма на сегодняшний момент все экологи говорят занижена занижена в три раза мы с вами не хуже и не лучше живем тех стран которые уже давно знают что семья из трех человек в день производит два с килограмма мусора а у нас норма, получается, наоборот, занижена. Скажем так, мысль о том, что власть местная наживается, в каком плане? Ну, мы же с вами сейчас платим только за вывоз. Ведь у нас же с вами и в договоре вывоз, то есть за транспортировку. А мы с вами ничего не платим за то, что он лежит на полигоне, за захраняет окружающую э, за, за среду, и с ним ничего не происходит. Ну, на сегодняшний момент, да, действительно, наверное, было бы самое выгодно оставить все как есть. Но тут появился закон и норма закона, которую надо хотя бы на бумаге выполнять. Для того, чтобы ее выполнять, надо поставить накопители во дворах, и надо приучить людей. Але у это все ж таки выгодно, настолько выгодно, что, что властность муса там просто уже закончилась Да, они покупают, они очень многие европейские страны, значит, перерабатывать мусор выгодно. Изначально его выгодно перерабатывать в тот момент, когда государство дает поддержку, либо снижать налоги, либо беспроцентные кредиты, да, либо э, какие-то другие механизмы компенсации и первоначальных затрат на покупку оборудования, на переработку и так далее да, на те же информационные компании. Дальше, действительно, завод не будет простаивать, если он будет покупать мусор. У кого покупать? У тех стран, которые его производят в невероятном количестве. Но опять же, Украина большая страна, и отвести даже в Польшу те же батарейки, стоимость утилизации батареек на польском заводе возрастает в разы, и не могут потянуть даже государство себе позволить. Поэтому э, зачем как бы, кормить чужие заводы, когда можно у себя что-то наладить? Из того же полиэтиленового пакетика можно сделать замечательный горшочек для цветка, да, можно сделать уличные ограждения, ну, типа заборчика, да. То есть ассортимент большой того, что можно сделать и использовать на благо дальше. Плюс снизить потребление. В Европе мусора не хватает, потому что они его стали меньше производить. Если э, бутылка из-под. Э, алкогольного напитка может быть использована 8 раз по, по нормам в, в, в Дании, и никто не обращает внимания, что она поцарапана, то наши производители говорят, что мы можем использовать стеклянную тару максимум 2 раза, потом она становится поцарапанной, не приобретает товарный вид, и люди не будут покупать. Но ведь это же в мозгу, в голове у человека получается, а, я не буду покупать поцарапанную бутылку, а там я буду покупать поцарапанную бутылку. То есть тут идет где-то конфликт ну, культуры, получается, потребления, да? Если подсумовывая коротко, что, на вашу думку, нужно сделать, чтобы смертевая проблема была решена? На сегодняшний момент надо поставить накопители, дать людям, возможно, бесплатно э, у себя возможность поставить маленькие трехсекционные, там, четырехсекционные мусорные ведра, раздать пакеты одного, такого же цвета, как э, допустим, для макулатуры зеленый бак стоит, значит, для макулатуры зеленый пакет. Провести э, какую-то э, ну, скажем так, информационную, пропагандистическую какую-то э, направленность э, компанию, о том, что показать, что вот там и там уже это работает и из этого получаются лавочки, песочницы, деревья. Что каждый домнирти знал знали просто. Да, что в каждом доме знали, что мы не просто так сортируем мусор, потому что это кому-то там захотелось, а потому что из этого получаются деньги, которые могут идти на развитие города. Даже, и плюс ко всему должна быть прозрачность и никаких обязательных штрафов сразу, никаких повышений тарифов в принципе не должно быть. Наоборот, возможно, надо снизить тарифы, сказать, вот два месяца вы сортируете, мы вообще с вас денег не берем, и вывозим все бесплатно. А вот на месяц... Мотивация. Да, неплохая мотивация. Что ж, дякую вам за розмову. Нагадаю, сегодня в не была Татьяна Тихомирова, доцент кафедры хімічної техники и промысловой экологии НТУ ХПИ. Дякую, до побачення.